Привет, прогрессивный народ, это истинный следователь. Вот эти трубы я снимал, изоляция там слетела от ветра, месяца два она болталась. Сейчас они заметили почему-то, или кто-то сказал, и залепили. Там изоляцию, наверное, положили, вату и рубероид сверху. И вот тут еще кусочек второй, ну как-то вроде потоньше, немножко подэкономили. Но проблема-то на самом деле как была, так и осталась. Все равно на улице находится труба, где-то 10 диаметров вата. На улице, ну не очень холодная, но все-таки холодная температура, минус 10, огромные теплопотери. Поэтому, а люди все это оплачивают. Нафиг все это нужно? Ну, нужно, чтобы бандитов и убийц жизни их оплачивать. Оплачивайте дальше свою рабскую жизнь, тяните. Вот здесь я только заметил трубу такую, между ними тоненькая трубка, байпас, вниз опускается. То есть для какого-то уравнивания давления, это горячая вода или отопление? Наверное, горячая вода. А может быть, одна труба приходит, от распределительной станции уже две идет. Вот труба, она вниз, только здесь странно, что опущена, можно было и покороче ее сделать. И она тоже вот обмотана от замерзания какой-то тоненькой фигнюшкой, ну, рубероидом тоненьким, и там, наверное, вата немножко. И я подумал, что вот одна-две трубы, одна приходит вода, по другой уходит. И приходит, например, 100 градусов, а исходящая 50. И она постоянно, наверное, открыта, чтобы не замерзла исходящая, потому что 50 уходит. Они специально это продумали и фигарнули. То есть они фактически прям в прямую, мало того, что прямой греют, то и обратной. Пуская воду вот по тонкой переходящей 100-градусную, подогревая трубу. Ну, двумя трубами, в общем, греют улицу зимой. Минус 10. Пока вроде холоднее не было. Ну, ужас. Всем пока. Теплосеть воровала и будет воровать у вас деньги, пока будет этот строй существует. Пока.